И новости от дорожной милиции. Семья с 6-летним ребенком попала в серьезное ДТП в Вороновском районе. Авария произошла накануне днем на дороге Гродно-Радунь. На крутом повороте водитель Форда не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась во встречный Volkswagen. От удара второе авто вылетело в кювет. Сообщается, что в Volkswagen находилась семья с малышом. В результате удара жена водителя, которая ехала на переднем сидении, получила переломы и была доставлена в больницу. Ребенка от травм спасло детское кресло.